Всем здорово, чуваки, с вами сегодня я, Бикс. Сегодня я поиграю в игру Таракан Вадим 2. Сразу скажу, 2 года назад я играл в первую часть Вадима и сказал, больше в игры от этих разработчиков и вообще наподобие этих я играть не буду. Никогда в своей жизни, потому что они сложные были. Не знаю. В общем-то, кто не смотрел это видео, во-первых, вот ее превью, а во-вторых, я оставлю ссылочку в описании и обязательно посмотрите его. Это было 2 года назад. И вот вышла вторая часть, только я не знаю, когда она вышла, может быть и давно, но почему-то я решил именно сегодня ее взять и заснять. Я не помню управления, ничего. И чё мне здесь делать, в общем-то? Вот, наконец-то. Цель уровня что-то там. В общем-то. Это что такое? Еще раз. Нет, подожди, выход. Можно подсчитать правила? Так, цель уровня собрать 5 хлебушков. Ну, как всегда. Хлебушек появляется, если убить 20 зомби-тараканов. Если кончились патроны, ищи патроны. Если мало жизни, ищи сердечко. Вот схема управления. Лево, право, прыг, пиу-пиу, мина. А, это мина. Музыку выключить нельзя. Потерпеть. Ну, в принципе, как тогда. Тогда я тоже говорил, что музыку выключить нельзя, так что сори. Музыка будет играть. И сейчас, блин, такое управление неудобное, потому что... Знаете, игра приплюснутая немножко, потому что у меня телефон-то больше. Мину поставим. В общем-то, если вы хотите, чтобы я продолжил играть в эту игру, пишите в комментарии. Я даже только сейчас рад, если вам понравится этот видос. Потому что, ну, это ностальгия, считайте. А если бы я еще первую часть включил, вот тогда точно стабильно. Но я хотел в первую часть. Вот я такой ищу, вот на своем канале шаришь. Думаю, что бы заснять бы еще, кроме Террарии. И тут мне на моем канале попадается Таракан. А почему бы и нет? Почему бы не вспомнить как былые времена? Мина. Вау. Ну что началось-то? Вау. На мину. Нет, на мину. Да блин, управление. На. Все, расстрел. Это жестко. Тогда несколько серий я потратил на то, чтобы... чтобы как бы я прошел эту игру, собрав 5 хлебушек. Ну а теперь даже не знаю, получится ли у меня. Я. Не, вот надо еще к управлению бы привыкнуть. И тогда, мне кажется, было бы нормально. Так, сердечко мне нужно. Тихо, не трогай меня. Опа. Давай, опа. Опа, включаем. Не знаю, как оно против таракана. Я сам таракан так-то. Это зеленые какие-то тараканы. Хлеб так близко лежит. У меня, кстати, такого никогда вроде не было, когда хлеб так... так близко ко мне лежал. Тихо, давай. За сердечком. Я могу это разбить? А, нет, я через это могу стрелять. Да сколько оно, не понятно. Неужели они в этой комнате все? Нет, в этой тоже их нету. Орда! Орда пленников идет ко мне. Я вам сюда мину положу. Вай, лагает! Меня аж лагает. Привык все делать один. Давай, беги. Все держит под контролем. Тихо, мужики, успокойся. Лев. Чего они так близко? Все лежит.
господи, экстрим-то какой, а? Ну вот, сразу вспоминается 2021 год, в котором я снимал это видео. Тихо, успокаивались, братки! Нифига себе! Да, видео будет короткое, минут 8 максимум. Ну, чтобы было вторая часть, сами понимаете, да? Вторая часть, не загорай. Возможно, я теперь буду опять так же выпускать ролики, как тогда. Очень-очень, ну прям, ну очень часто, а то есть каждый день ролик. Не, ну каждый день я, конечно, не смогу выпускать, блин, сейчас было тупо. Но хотя бы как-то я прям редко попытаюсь выпускать их. 10 минут положим. Вот здесь мина 100% нужна. Чего вы не взрываетесь, не понял? Ой. Ну, короче, ребят. В общем-то, пока что на сегодня хватит этой игры. Она у меня, честно говоря, уже подбешивает, как тогда. Ну ладно, что ж, хотите вторую часть, давайте наберем 3 лайка, и она сразу уходит. С вами был Бикс. И таракан Вадим. Очень веселая так-то игрушка. Но много я в нее играть точно. Ладно, удачи и пока-пока.